Лакомство – это своеобразный показатель внимания и заботы к животному, который может быть не только вкусным, но и полезным. В этом видео мы рассмотрим лакомство для собак фирм Trixie и Jimpit в виде маленьких косточек. Начнем с первого, что мы видим – с упаковки. По размерам и плотности пакетики идентичны. Отличаются они только по весу. Trixie весит 75 грамм, Jimpit 60 грамм. На обеих упаковочках сзади указан срок годности. Хотим также отметить особенности этих лакомств. Нам очень понравилось то, что на упаковке лакомств Trixie нарисованы животные, мясо которых используется при изготовлении – говядина и индюшка. Зато в Jimpit на задней стороне упаковки указана суточная норма для собак разного размера. Обе упаковки оснащены удобными zip-застежками, благодаря которым запах не будет выветриваться. Сама подушечка в обоих случаях сделана в виде косточки. Просто выглядят и пахнут они немножко по-разному. Лакомство Trixie идет со вкусом говядины и индюшки. Jimdog идет со вкусом ягненка. Покупая вкусняшку, учитывайте цель. Для дрессировки нужны маленькие лакомства, которые питомец сможет моментально проглотить. Для оттачивания зубов подойдут вкусности, которые просто так не слопаешь, их придется хорошенько погрызть. Стоит также помнить про вкусовые предпочтения вашего питомца. Просто понаблюдайте, какие лакомства он ест с особым удовольствием.